Друзья, приветствую на канале. Снимаю очередное видео. У нас потеплело. Вставляю я вставочки из кирпичей, я как-то делал раньше, когда боролся с локальной зоной перегрева. А вставки сейчас оставлю для того, чтобы уменьшить мощность котла. Ну и потестю, дольше ли хватает загрузки топлива. Как бы сейчас не холодно, в сутки уходит порядка 5-6 ведер угля всего. Извиняюсь за насос. Вот я один, получается, уже кирпич вставил, а сейчас ставлю второй. Залу я не чистил, сейчас поставлю, покажу. Вот так вот я вставил оба кирпича, тем самым сделал зону горения еще меньше и зону теплоотдачи сделал тоже ниже. Сейчас загружу, растоплю. Как бы планировал сегодня чистить дымоход, снять видео, но на улице у нас ветрено, именно чистка горизонтального участка. Завтра я буду изготавливать новый скребок, потому что тем прошлым делать это неудобно. Так, отвлекся. Сейчас загружу угля для растопки. Растоплю и уже покажу горение. Продолжаю видео. В такую погоду котел разгорается очень быстро. Бросила буквально ячейку из-под яиц. Накапал маленько масла. Подпалил. 5 минут он уже разгорелся. Сейчас досыплю угля. У меня всего 2 ведерка. Это вот от первого то, что шло на растопку. Раньше как бы без кирпичей входило побольше. Те, кто смотрит видео, заметят, что угля стало больше с одного ведра. И высыпаю второе ведро. Время сейчас где-то в районе часа дня. Пыль летит хорошо. Термометр я убрал, он сейчас не нужен, он у меня уехал, он был с печки Бульрьян, Сибирь, печь я продал. Ну вот так вот выглядит теперь 2 ведра. Объем, конечно, уменьшился, но это не главное. По такой погоде как бы вот хорошо слыхать, как воет. Надеюсь, на камеру будет слышно. Звук телефона не очень хороший. Все. Сейчас маленько разгорится. Так, сейчас я тогда пока выключусь. Вспышку, чтобы выключить. Вспышку я выключил. Вот он горит. Это сейчас одноходовой режим. Ну и плюс на улице ветер. Сейчас покажу ветер. Телефон шуметь сильно будет. Я более-менее адекватно. Так, на фоне чего показать-то? Так.
Вон у меня тут стоит, крутится. Ветер с порывами. Так, зашел в котельную. Дует неприятно. Вот котел уже разгоняется. Так. Сейчас камеру поставлю. О, сложно поймать-то. А, закрыл. Вот, замечательно. Можно не держать телефон. Этот как раз режим розжига. Котел холодный. Температура котла маленькая. Это 20 с небольшим градусов всего. Система остывшая. Сейчас покажу. Вот она. Тут даже ниже 20 получается. Подача и обратка. Насос у меня работает. Котел уже помаленьку греется. Вот он получается. Разгоняется. Очень хорошо видно. Сейчас дымоход маленько прогреется. В принципе, он уже горячий. Перевожу в трехходовой режим. Задвижку поставил в трехходовой режим. Интенсивность упала. Котел зашипел маленько. Ну вот и все. Котельная у меня пыльно маленько. В таком режиме автошуровку я не использую, два ведра всего. Всем удачи, хорошего дня, до новых встреч.